Всем привет! Если вы давно присматривали себе бюджетный телефон и хотите, чтобы он был не только дешевым, но и стильным, модным и с хорошей производительностью, ну, за свои деньги, конечно, то телефон, про который я вам сегодня расскажу, возможно, именно для вас. В скором времени компания BlackView анонсирует новый бюджетный телефон A80 Pro, который, как для своей цены, будет иметь неплохие характеристики. Обещают, что он будет стоить не дороже $160, а в дату выхода цена будет еще ниже. Но об этом потом. Компания не стала ничего нового изобретать в дизайне и оригинальничать, обратившись к заветам современного смартфоностроения. Ключевой особенностью BlackView A80 Pro стала квадрокамера с сенсорами на 13 мегапикселей от Sony, а также с остальными тремя камерами на 2 и по 0,3 мегапикселя. Подробной информации о фото и видео возможностях устройства пока нет, но ожидается поддержка разных режимов съемки, включая портретный и размытие фона. Также новинка получила большой 6,5-дюймовый дисплей с разрешением HD+, а также 8-ядерный процессор Helio P25, 4 ГБ оперативной памяти и накопитель на 64 ГБ с возможностью расширения картами microSD. Заявленная емкость встроенного аккумулятора составляет 4680 мАч, чего вместе с режимом адаптивной батареи в Android 9 Pie должно хватать где-то на 2 дня автономной работы. Но это, как я понимаю, если телефоном не пользоваться, а просто там звонки принимать. Предусмотрена также возможность использования двух сим-карт и глобальная поддержка 4G. Если сравнивать A80 Pro с его младшим братом A60 Pro, который сейчас продается, то ныне вышедшая модель будет намного сильнее и лучше, что по процессору, что по батарее. А также будет лучше новинка и по разрешению, и, соответственно, по камерам. Положите телефон в корзину, чтобы не пропустить начало продаж. И 29 ноября цена на гаджет будет самая низкая, так как данная модель будет анонсирована на AliExpress. Слоган Quad Camera Budget King говорит о том, что цена будет непревзойденно бюджетной. Хотя все будем видеть. Это должен быть самый доступный телефон с четырьмя камерами на мобильном рынке. Окончательная цена еще не подтверждена. Также BlackView запускает глобальный конкурс, в котором будет целых 10 победителей. Чтобы стать одним из 10 победителей, вам просто нужно угадать окончательную цену телефона, а также подписаться на их соцсети. Все условия, а также ссылка на сам телефон будет внизу в описании. Так что обязательно добавляйте его в корзину и ждите 29 числа. Каково ваше мнение про гаджет? Хорошие характеристики и дизайн, как для бюджетника? Я думаю, что очень даже ничего. Правда, нужно его пощупать и посмотреть, что он может. Но первые впечатления положительные. Всем спасибо, кто ставит лайк и подписывается на канал. Жмите на этот колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. Дальше будет еще много-много интересного. Всем спасибо за просмотр, хорошего вечера и пока! Drinks and smoke a joint, Bubbles?